Всем большой-большой привет, огромный, всем большое спасибо за лайки, за комментарии, за подписку. Подписывайтесь, мне очень приятно. А сегодня у нас вот такой песочный домашний пирог с клубникой. Смотрите, какая красота. Готовить несложно, просто, недорого. Очень вкусный, прям вот такой воздушный песочный пирог. Кому интересно, смотрим, как его готовить. Готовим простой домашний тортик с клубникой. Очень просто готовится. Получается песочный и вкусный. Тесто несложное. Давайте готовить. Нам понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, ванильный сахар, щепотка соли. И все взбиваем миксером до пышной пены. Вот взбили до вот такой пышной массы. Продукты должны быть все комнатной температуры. Добавляем сюда 100 мл молока комнатной температуры. Все взбиваем. 100 мл растительного масла без запаха. Тоже все взбиваем. Понадобится 200 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Просеиваем на сито все вместе и перебьем миксером. Обязательно надо просеять. На маленьких оборотах хорошенько прокрутим миксером. Вот такое тесто должно получиться. Берем форму и выкладываем форму. Вот такая форма, низ и бока пергамент. Выливаем сюда тесто, немножко стряхиваем. И сейчас нам понадобится 150 грамм клубники. Порезать ее и выкласть. Вот такая клубничка. Разрезаем мы ее вдоль и выкладываем поверху на тесто. Вот так выклали. Включаем духовку 170 градусов, пускай греется. А нам еще нужно сделать крошку. 2 ложки сахара, 2 ложки муки и 30 грамм сливочного масла. Все это перетираем прямо вилкой. Вот крошечка получилась вот такая. И теперь сверху посыпем нашу клубничку. Аккуратно к самому краю. Духовку включили. Все, клубничка должна быть полностью покрыта крошкой. Ставим разогретую духовочку минут на 40. И вот наш пирог готов. Воздушный, песочный, простой в приготовлении. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.